привет, дорогие друзья, с вами Форест, и мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Так, мы получили ланчбокс за седьмой день. Так, и давайте-ка соберем все ресурсы по-быстренькому. У нас тут ребятки прокачались. О, кстати, до максимального уровня вкачался, деваха. Вот это. А почему ты вкачалась до максимального? Каким-то образом. О, сила 10. Слушайте, это идеальный боец прям. Давайте подкачаем ее дальше. Куда бы тебя отправить? Да ё-моё, почему мы не можем тебя отправить? Вот, иди на ловкость. Сила 10, смотрите, идеальный боец. Подкачать себе статы еще и вообще будет суперский. Не, ну прям хорошо. Так, ладно, у нас 10 тысяч есть. Так, вот этот парнишка у нас прокачивается. Ему харизму осталось прокачаться. Назовем тебя Тодд. Просто Тодд. Тодд вкачивает себе харизму до 6, может до 7, и ловкость с удачей вкачает, и все. Он у нас будет прокачанным бойцом. Так, ладно, давайте сразу пойдем на задание. Полная чаша горя и распространение чумы. Давайте начнем с полной чаши горя. Узнать больше о волшебной воде. Так, бункер, в принципе, вообще небольшой. Вооружены наши хорошо, так что бояться нам не стоит. О, противник сразу. Так, давайте тогда все на одного. Вот это у нашего 15-18, оружие института. Классненькое такое. Нет, классная пушка. Такой прям прыгает, стреляет, прыгает. Блин, не хватило чуть-чуть. Ну, мы запаслись стимуляторами и антирадином, так что переживать нам нечего. Да блин. Крышки. О, чертеж оружия. Стоп. Еще крышки. Смотрите, уже 570. Ну, нормально, в принципе. О, еще комната, а я ее не заметил. О, пневматическая винтовка. Ну, это хлам. Сразу в хлам, потому что пневматические винтовки — это так себе. Так, здесь никого и ничего. Ладно, побежали дальше. С кирками. О, ребят, кстати, сильные с кирками. У них прям хорошо по статам. Кирки — это всегда сильно. Так, ну ладно, пока что 32-й, 30-й и 25-й. Вот 25-й должен, по идее, подняться сегодня до 30-го. Так, еще один чертеж оружия. Слушайте, ну, я прям рад. Ну, конечно, не редкого оружия, но все же чертеж. Так, еще крышечки, 1200. О, кто это у нас? О, рат-тараканы, две штуки. Мне радует то, что он сначала стреляет, отнимает часть жизни, потом отпрыгивает, делает какой-то кувырок крутой и добивает остальное. Так, что это мы за костюм нашли? С2А1, военная форма. Ну, так себе, если честно. Ни хрена себе, тут еще три этажа. Я думал, да, я что-то это посмотрел, думал, тут всего 4 или 3 этажа. А так, оказывается, все серьезней. Опять тараканы, но уже на этот раз трое. Ну, этот парень, нет, он меня радует прям. Тебе еще форму покруче, а то вот это С2, Е1. Ну ладно, мы найдем что-нибудь покруче, может, либо здесь где-то. Так, тут ничего нету, нет, ничего нету. Либо в этом убежище, либо где-нибудь еще. Вот эти вот уже противники посерьезней. Нет, эти противники посерьезней. Ну, мы не будем пока использовать. Вот на нее мы используем. Блин, 1.25. А, ну все равно убили. Так, надо подрегаться. Нет, этого мы убивать не будем таким способом. Мы и так его сейчас убьем. Так, тема. Крышки, крышки. Крышки. 26 уровень. Зачем я его только регнул, не знаю. Так, здесь никого. Здесь лифт. В принципе, хорошо идем. Противники не такие сильные. Ух ты!
Только я заикнулся о том, что противники не сильные. Пятикратный урон. Пятикратный урон. Так, давайте все на одного. Ну, молодцы. Ну, это радует, она... Как будто у нее из задницы огонь идет. Так. Костюм. О, видео, фотокамера. Ядер кола. Замечательно, замечательно. Так, все мы собрали. Давайте костюм посмотрим, какой мы нашли. Е5. 5 выносливости. Хороший костюм. Кто это? Картохрыски. Так, давайте вдвоем вы вот на этого, а ты на вот этого. Чтобы нам более-менее хотя бы разобраться хотя бы с двумя. Так, ну ты вкачаешься в принципе, ладно, если что, стимулятор активируем. Так, дробовичок и... О, курточка. А курточка хорошая? Нет, А3 всего лишь. Ладно, фиг с ним, используя все же стимулятор, я просто не знаю, что там сейчас внизу будет. Дай бог что-то серьезное. О! А, волшебная вода Чертос 2. Чертос 2. Этот волшебник утверждает, что нашла... Блин, полная фигня. Просто, по-моему, если честно, я такой не... Блин, ненавижу. У вас ее не осталось? Нет. Мы зарыли ее под деревом, в которое попали по молнии. У меня иногда тоже возникает чувство, словно за мной наблюдают. Ядер колы 2. Чертеж легендарного оружия. И 3 ядер колы. Блин, ну, конечно, воды нету, жаль. Жаль, жаль, жаль. Рад таракан. Как я ненавижу вот этот быстрый такие перелистывания с чтением. Только хотел дочитать, тут сразу все, вырубили. Так, мы нашли нож, который нам бесполезен. И пневматическая бесполезная винтовка. Ой-ой-ой-ой-ой! Серьезный противник, я вам скажу, даже очень. Ну-ну-ну. О, на кого, кстати? Я не вижу, на кого прицел. А, на второго? Нет, этого мы добьем. Так, вот это сейчас у меня... Трехкратный урон. Давайте еще раз. Да ё-моё. А, он сдох уже. Так, тут ничего, и мы тупо подкачались. Ладно, возвращаемся. Мы собрали классные предметы. Легендарное оружие, фрагмент чертежа темы, кухонный нож, еще там два чертежа темы было. 2716 крышек и 3 ядер колы. Хорошо, в принципе, но не максимум. Я уверен, что мы можем лучше. Я прям-таки уверен, что мы можем лучше. И вернутся они через 2 часа. Так, соберем энергию всю. Само собой. Так, и еду. И отправимся на следующее задание. Распространение чумы. Я, конечно, надеюсь, что мы костюм себе нормально найдем. И оденем на того солдата. Хотя бы по плюс 2, плюс 4. Узнаю больше о тошечной чуме. Я вот честно прям больше не хочу узнавать. Тут здание такое высокое. Там этажа 4-5 точно есть. Так, все забежали. Стимуляторы, наверное, это сюда. Так, что у вас по оружию? Дробовик, гаусс и... Ой, смотрите, какой у него... А, какие ужасные статы. Блин. Мы можем сейчас, кстати, серьезно налажать. Кто тут? Ну, ладно, эти еще не страшные. О, смотрите, а противник тут слабый. Потому что... Оружие у нас... Не настолько крутое. 17-18. 16 у него. Все. Опа! Костюмчик. Так, приоденем деваху. На деваху не одевается. Вот. Вот этот ему оденем, потому что статов побольше будет дополнительных. Так, стоп, где он там? Сейчас он выйдет, мы его найдем. Вот он. Прибавляет силу, ловкость и удачу. Нормально. Да ё-моё. Опять картокрысы. Ну, на этот раз двое все время, поэтому мы спокойно с ними справимся.
Два стимулятора. Ну, привет. Привет, привет. Так, куда едем-то? Не, мы наверх пока не поедем, мы второй этаж обойдем. Я что-то, типа, каждый раз так картокрысы будут просто. Ух ты, а в этот раз, кстати, смотрите, хорошо так сработали. Это только вон слегка покоцали. Курточка. Так, и кто-то из картокрысов. Чертеж темы 29, 20, 27. В принципе, они все могут спокойно прокачаться. Кто тут на этот раз? Опять картокрысы. Ну, не такие, чтобы сильные противники прям. Чтобы мне прям страшно было. Такого нету. Два стимулятора. О, антирадина. Да опять что ли? В каждой комнате что ли эти будут картокрысы? Да уж. Каждая комната усеяна картокрысами, это не ахти. Блин, я никак не могу себе команду хорошую собрать. Прокачать их всех. Так, три картокрысы, и они мне освободили место для контейнера. Чтобы я его собрать мог. Ну. Опа, одежечка. Одежечка, наверное, крутая. Да, плюс 5 к восприятию вроде. К харизме. И 21 уровень. Даже не пришлось его лечить. Так, и здесь у нас, да я уж думал, пусто. Так, секунду. Так, вернулись мы. Они почти добили картокрыса. О, чертеж темы. О, да. О, да. О, пистолеты пусто. Супер. Стимуляторы и чертеж. Еще одна тема. И опять пусто. Две подряд комнаты пустых. Странно. Я уж хотел сказать три подряд. Но эти два картокрыса нам слегка малину нарушили. Ну это сейчас будет 30-й, у этого 28-й. А это продолжает вкачивать себе 22-й уровень. Так, можно кому-нибудь из них облутать? О, да. Ловить 30 уровень. Так. А чем мы наверх подняться не можем? Тогда вот сюда. В принципе, пока все идет хорошо. У нас осталось 3 этажа. Вот это вот что-то будет. На этом этаже будет финальная какая-то фигня. О чем мы узнаем, скорее всего. Возможно, даже все. А возможно, просто встретим какого-нибудь Ратракала или... О! Супер! Или картокрысу. Кстати, два множителя. Опа, 28 уровень. Так, дальше. О, черт. Нет, стоп, не на него. Вот на него. Трехкратный урон. Все. Нет. О, еще по одному. Супер. Еще один. Нет, это перебор. Мне больше не надо. Сейчас она выстрелит кто-нибудь. Так, военная форма. Военная форма, кстати. С5. Супер. И чертеж брони. Да. И это хорошо. Опять картокрысы. Опять у каждого значок множителя на голове. Да блин, чё ж я так зеваю-то? Хм. Фигня какая-то, странно-странно. Так, едем наверх, в общем. Последние два этажа осталось. Множители оставим для последних двух этажей. Вдруг кто-то серьезный будет. Может быть, террористы, бандиты и так далее. Опа! Вы ботаники, которые помогают поселенцам, слава богу. Мы уже почти месяц не ели тошечное пюре и тошку фри. Если тут одна лаборатория неподалеку, и там кое-что считают, что это не болезнь, у них другая теория. Мы не ботаники, но хотим вам помочь. Что у них за теория? Об этом спроси у них. А нам нужно снова сажать тошку. Это типа вместо картошки? Опа, чертеж брони. Стимуляторы, ки и снайперская винтовка. Так, вот эта деваха, у нее 13 урона всего. Ки 0.8, 10.13. Снайперка. Класс. Задание выполнили, чертежей набрали. Супер.
Хорошо, идем. Я рассчитывал на то, что у нас будет внизу кто-то, точнее на последнем этаже финальный босс. Не финальный босс, кто-то крутой. О, клей нашли, клей хорошо. Да ё-моё, сколько же вас тут-то, а? Да не, зачем? Смысл? Мы фон, если очень легко разносим, зачем нам использовать множитель? Это же бесполезно, трата множителя. Так, изолента, жалко, не военная. Еще крышки. Так, и последний этаж остается. И остается последний этаж. Кто же тут? Два обычных крота-крыса. Ну ладно, давайте используем один множитель. 2,5 урон. Так, забираем чертеж темы. И лупа. О, здесь никого, что ли? Вентилятор, 2 антирадина. Ну, в принципе, так, нормально. Вот тут кто-то должен быть. Изолента, 2 комнаты пустые. А третья? Пустая. 3 подряд пустых комнаты. Ну да ладно, в принципе, мы все разведали, можем спокойно возвращаться в наше с вами убежище. Да, куча тем, 2186 крышек и, к сожалению, 0 ядер колы. Но чертежи оружия, там легендарка есть у тех ребят, у этих тоже чертежи оружия хорошие. В принципе. Так, да, вот два чертежа хороших. 6 часов будут возвращаться. Стимуляторы, ресурсы всякие. Так, кто-нибудь левел себе поднял там из вас? Нет? Нет, левел никто не поднял. Так, давайте кого-нибудь вернем. Вот заодно ядер колу. Я хочу просто посмотреть на чертеж легендарного оружия. Да. Так, собрать. Закрыть. О, пустой житель нашел чертеж. Ну это фигня. 8.13. Ну, во, гвоздомет, это хорошо. И усиленный револьвер 32. Ну, так себе. Так себе. Так, что у тебя по статам? Тебе не хватает интеллекта, восприятия. Восприятие. Иди на восприятие. На интеллекте у нас занято. Ух, ё-моёшеньки! Робот-помощник, вали отсюда! Блин! А эти убежали? Нет, эти на базу заходят. Антирадинчик, стимулятор. Антирадинчик, стимулятор. Стимулятор, антирадинчик. Так, спустись вниз. Ты. Да ты тоже спускайся. А, все нормально. Они победили. Так, давайте быстренько активируем стимуляторов и антирадинчиков. А то они тут совсем вон хилые. Но благо то, что у нас пушки сейчас хорошие стали. Более-менее. Так что мы там спокойно выжимаем из себя максимум. Так, парень с собакой. Парень с собакой нужно вкачать интеллект и удачу. Что там у нас в комнате с интеллектом? Ничего, а по удаче иди. Так, роботу-помощнику, кстати, сейчас звезда придет. Еще пару раз и все. У нас больше не будет робота-помощника. Так, кто тут еще гуляет? А, вот, девах еще гуляет. Так, что тебе надо прокачать? Тебе надо прокачать выносливость. Нет, тебе ловкость надо в первую очередь прокачать. Она у тебя 3. И харизма. Ловкость. Иди. Вперед. О, таинственный незнакомец. 220 крышек. И у нас с вами 13 тысяч, но нам надо 60. Да, тот момент, когда надо 60 тысяч крышек. Этот ужасный момент. Так, что у нас? Я что-то не вижу, кто-то еще гуляет у нас или нет? Да вроде нет. Мы двоих только отправили. А третий тогда где? А третий, наверное, вот тут стоит, да? Нет. Очень странно. Очень-очень странно. Я помню, что я точно одного оставил. О, бутылка и мистер Крышка. Замечательно. Это, конечно, все хорошо, но нам надо бы еще одного бойца найти. А он где-то шляется.
Только где? То ли я чего не вижу, то ли он нигде не шляется. На одного мы отправили вот сюда. Второй мы отправили на ловкость. А третьего... Фиг его знает. Ладно. Если что, увижу потом как-нибудь. Как-нибудь где-нибудь да увижу. Здесь великолепная пятерка. Так, кстати. Сейчас. Спляшет нам один раз. Мы заберем быстренько и перейдем на склад. На складу нам надо продать вот это и разобрать нож. 5. Лопата. Да, лопаты нам нужны. Я за лопаты, в принципе, и собираюсь синее оружие разбирать. Но нам здесь нужно 60 тысяч. У нас всего 14. Это плохо. Не знаю, даже как мы сможем. Ланчбоксов может 100 открыть. Только вот так. Жалко, за ядерком ланчбокс покупать нельзя. А только за реальные деньги. Стимовские. А так бы я набрал. О! Еще крышечки. Супер. 558. Опа. Так. Кстати, у нас по воде просадка, конечно, нету, но тут один человек всего. И умножать уже, улучшать уже некуда. Так, еще 20 уровень. Начнем с по заданиям там. 9, 5 и 7 гулис, а редкое оружие и... Что еще там? Так. А, серия критов. 4 выполнили из 7. Еще 3 крита и будет бутылка. Супер. Так. Значит, крышка здесь, бутылка там. Таинственный незнакомец. А, вот он где. 420 крышек. Замечательно. О! Бутылка уходит. Может, ты спляшешь там еще раз напоследок и уйдешь? Походу нет. Ладно, давайте откроем ланчбокс напоследок и посмотрим, что же там. Револьвер, 100 крышек, лопата, антирадин и 500 крышек. Хэ-лэ-ам. Самый настоящий. Это мы продаем. Это мы разбираем, само собой. Это мы разбираем тоже. Это мы, пожалуй, оставим. Это мы разбираем. Это мы все продадим. Это мы продадим. Две ешки у нас есть, супер. Так, это мы оставим. Вот это мы продадим. Это мы все оставим. Пешка у нас есть на П-что-то? Да, П-3. В принципе, ребята придут через 6 часов. И принесут нам классные штуки. Чертежи оружия, тем и так далее. Так, а у нас сейчас есть свободное место отправить кого-то на задание. Поход за хламом. А это хлам, значит, вот что это. О, робот-помощник. Не хочу пока отправляться за ним. День 5 часов 30 минут. Убежище Полис ждет. Убежище находится... тенистой долине, пора наконец осмотреть его. Но с одной стороны, они правы, пора осмотреть его, но с другой, ну, день и 5 часов, там будет что-то серьезное прям. То есть мы прям просто так не зайдем. Не будет такого, что мы зайдем, убьем пару рад тараканов и вуаля, срубим кучу ресурсов. Там, скорее всего, будет что-то сложное. Поэтому давайте посмотрим, что у нас тут есть. 15-й, 12-й уровень, 21-й уровень. Вот, давайте. 12 часов. Стоп, что там? Стоп. Две ядерколы и вот. Само собой сюда. И времени на 45 минут меньше. Так, сейчас снарядим нашу банду. 20 антирадинчиком. И снарядим нашу банду. Тебя. Кого же еще-то? Тебя. И, пожалуй, тебя. Да.
Вот она, команда мечты. Начать задание. Все, отправили на задание и ждем, когда наши друзья вернутся, чтобы спокойно навариться на всем. Так, ладно, мы пока что будем на этом заканчивать. Потому что, в принципе, мы все прокачали. У нас, конечно, есть только 15 тысяч, нам все равно не хватит, чтобы вкачать себе столовку. Точнее, не столовку, а воду и электроэнергию. Это еще по 18 тысяч надо. Будем копить крышки 60 тысяч на оружейку. Потому что на костюмы надо 90 жителей, у нас только 84. И будем надеяться, что через час 40 нам придут новые жители в пустошь. И мы спокойно сможем прокачивать их. А на этом мы будем заканчивать и с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Форест. Всем пока!